Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами я, Татьяна Еремицкая, в роли ведущей. И сегодня наш гость, а точнее я, в гостях у нашего замечательного, уже всем полюбившегося Константином Олеговичем Чедия. Константин Олегович является кандидат психологических наук, доктор философских наук, академик Международной академии образования и педагог дополнительного образования. Он преподает детям фортепиано и театр. И вот сегодня наша тема – это музыка, о том, как она гармонизирует мир. И я предоставляю слово нашему дорогому гостю Константину Олеговичу. Спасибо. Вот, ваше вступительное слово. Дорогие коллеги, дорогие друзья, ну, у нас сегодня не первая беседа. Раньше я поднимал вопросы общей эволюции, в частности, человеческого сознания, и переходя на сегодняшнюю более частную тему, я хочу вспомнить один важный отправной постулат, потому что мы как бы с него прыгаем на эту частную тему. Дело в том, что в современной гносеологии и психологии, то есть почти, в общем-то, очень слабо осмыслена эмоциональная составляющая нашего сознания. И не секрет, что большинство, например, учебников по психологии, они когнитивны. Они делят когнитивные процессы и личность. И получается абсурд. Значит, получается личность без когнитивных процессов, а когнитивные процессы без наших эмоций. Вот. Я совершенно коротко противопоставляю до точки зрения применения к нашему сознанию диалектики. Самая главная суть тех противоречий, которые у нас есть в голове у каждого человека – период противоречивости социальной эволюции. Это то, что с одной стороны мы мыслим абстрактно на эмоциональном уровне, и здесь мы отыскиваем, чего мы хотим, с чего мы желаем, но при этом мы абстрагируемся от того, что есть на самом деле, как реально, по каким законам развивается окружающий нас социум. А с другой стороны, рациональное мышление ему противоположное. Мы изучаем в рациональном мышлении, как с необходимостью устроен социум, и вынуждены абстрагироваться от того, чего мы желаем. Мало ли чего мы хотим, а необходимо поступать вот так-то и так-то. И не случайно вся история, эволюция человечества, она идет по закону отрицания-отрицания от общинной психологии через конфликтность и с кульминацией в антагонистический период, из которого мы уже вышли уже более 100 лет назад. И потихонечку выходим к изживанию этой противоречивости. Это наше будущее. Мы об этом подробно говорили раньше, я уже подробно на этом не останавливаюсь. Но говоря о музыке, то есть я хочу сказать, выразить мнение очень многих великих музыкантов о том, что музыка – это важнейшее воспитательное средство людей, по крайней мере, в будущем. Насколько можно сейчас и, по крайней мере, в будущем. Вот я и хочу, у меня сегодня выступление мое будет делиться как бы на две части. Мы сначала поговорим о том, что из себя представляет музыкальный язык, как он строится. То есть я постараюсь, естественно, для такой эфирной передачи это сделать покороче, но выделив самые существенные вещи. А потом мы немножечко затронем мою предыдущую, так сказать, мое предыдущее выступление о методике, инновационной методике музыкального образования, вот с учетом тех пониманий, к которым мы придем. Я в прошлый раз об этом говорил, но тогда получился у нас маленький, так сказать, казус, что микрофон моего компьютера, он не ловил, так сказать, музыкальную часть. То есть она срезалась, гасла. Но сегодня мы попытались эту техническую неполадку устранить, и поэтому, то есть мы поговорим сначала, еще раз поговорю о сущности музыкального языка, а затем мы поговорим о инновационной методике, как наиболее эффективно и быстро воспитывать музыкальный слух у детей и взрослых, между прочим. У меня среди учеников и взрослые были. И, то есть результатом которого фактически за год, максимум за два, человек при наличии желания осваивал искусство аккомпанемента, то есть слышание гармонических и ладовых функций, и ориентироваться в музыкальном аккомпанементе не по нотам, вызубривая черные и белые клавиши, а совершенно четко понимая функции, когда рука целиком аккордом встает сразу на нужную функцию, которая понятна и слышима. Вот это маленькое такое вступление я сделал. Ну а теперь пойдем, так сказать, о музыкальном языке. Значит, музыкальный язык, основу музыкального языка заложил основатель экспериментальной психологии Вильгельм Вундт.
Вот, мы в истории психологии говорили о нем, говорили, как вот именно о создании экспериментальной психологии, но у него он был теоретиком великолепным, энциклопедистом, и он сделал ряд, я бы даже сказал, преддиалектических выводов, на которые можно смело опираться сейчас, развивая их как бы на новом уровне. Вот его основная отправная идея, с которой мы сейчас с вами начнем, вот она выражена вот на этой схемке, я попробую сейчас ее поближе поднести. Так, видите, три пересекающиеся прямые. Три пересекающие перпендикулярно. То есть это на плоскости изображено, так, три перпендикулярных прямых. И эти три перпендикулярные прямые выражают три параметра нашего восприятия музыки. Самый главный параметр – горизонтальный. Это удовольствие-неудовольствие, которое мы на современном уровне наших высших эмоций можем назвать еще более глубже. Хаос, дисгармония и гармония. Гармония – это работа нашей нейрофизиологии, нашей подкорочной всей организации нервной системы, благодаря которой мы, люди, имеем врожденную систему дипольного восприятия окружающего мира. Для низших эмоций она врождена, мы хорошо знаем, что попить, что поесть. Но для высших эмоций, вот в том-то весь и фокус социальной эволюции, высшие эмоции, они не врождены, почти не врождены. У нас все только позыв семейно-стадный. А наша адаптация к культурным, всем к культурно-социальной среде, она происходит на протяжении тысячелетий. И как мы только что говорили, она проходит через страшную конфликтность. Между прочим, так же, как и в биологической эволюции, чтобы прийти к семейно-стадному образу жизни, мы проходим середину, кульминацию этого мрачной эпохи динозавров, битва плотоядных тел. Это законы диалектики. Это как раз свидетельство того, что нами никто не управляет. Все этапы эволюции идут сначала к конфликту, доходят до кульминации, а потом изживаются. И социум оказывается не исключением. Вот высший уровень развития на сегодняшний день. Но вот и музыка в нем имеет серьезнейшее значение. С главным параметром она воспитывает ценность гармонии в идеале. Вот мы с вами говорили, что наше ценностное мышление состоит из нескольких ярусов. Но самый нижний ярус – это вот врожденный, это наши потребительские страсти. Вот, а потом выше идет справедливость, когда признавая наличие и позитивов, и негативов в обществе, мы пытаемся, по крайней мере, ставить вопрос о справедливости, о равном распределении и плюсы, и минусы в жизни. Это справедливость. Потом выше идет иррационализированная ценность гармонии. Это когда люди на основе наших подкорочных возможностей понимают идеал, вот его в жизни нет, а мы хорошо понимаем, что такое хорошее отношение, что такое добродетель, благо. Откуда мы это знаем? Это нам должно давно потенциалом, так сказать, именно в эмоциях. Но поскольку люди еще на уровне культурной незрелости, научной незрелости объяснять этого не могли, то есть происходит рационализация, то есть мы, естественно, начинаем верить в теологическое или не теологическое высшее сознание. Вот. Затем, так сказать, у нас идет следующая ценность. Это ценность подвига, или я его называю так более точно, благородное насилие. Когда, живя в противоречивом обществе, мы воспеваем подвиг, связанный и с риском жизни, и с насилием над отживающими режимами в лучшем случае. И это необходимо делать. А самой высшей ценностью, которая у нас на века остается, и которая является целью социальной эволюции, это ценность гармонии. То есть это наше стремление к бесконфликтности, вернее, не к бесконфликтности, а к преодолению конфликтности. И, кстати, несмотря на то, что макросоциум развивается противоречиво у людей, на микросоциуме все люди с такой достаточно культурного уровня хорошо понимают, что, в принципе, свой окружающий микросоциум, семейный, школьный, трудовой, можно облагородить, если привносить добрые и красивые отношения. Нам это людям дано. И это залог того, что в дальнейшем и вся макроэволюция в тысячелетиях закончится обязательно победой гармонии. Ну вот с этой стороны музыка является самым, так сказать, ярким выражением этого идеала. И я возвращаюсь снова вот к этой, так сказать, горизонтальной линии. Это счастье, радость, гармония, дисгармония. У Вильгельма Вунда она названа удовольствие и неудовольствие. Это такое и биологическое, и небиологическое, все сразу. Вот, теперь, спасибо, маленькая коррекция.
выражена прекрасная мысль, но она требуется с точки зрения точек наук коррекции. Во-первых, все эти линии, которые, прямые линии, которые наметил Лунд, надо заменить на отрезки, которые кончаются в обе стороны стрелочками. Потому что и все показатели, они имеют свой конец. Значит, вот это центральное, как мы говорим, это, значит, гармония, дисгармония. Затем вторая вертикальная вот эта вот линия, вертикальная линия, это степень возбуждения и, наоборот, успокоения. Это наша громкость музыки, говорят, так сказать, по-русски, громкость музыки. То есть от меццо-пиано, потом от пианиссимо к меццо-пиано, пиано, потом форте сильно, меццо-форте более сильнее и фортиссимо, предельно сильно. Но тоже имеющие свои пределы, так сказать, в децибелах. Это не бесконечная прямая. Ну и, наконец, очень важная ось, о которой мы будем в конце с вами говорить, это вот эта, которая под 45 градусов идет. Она на плоскости выглядит наклонный, а в реальной это вот как раз прямая, которая перпендикулярна. Все они находятся под 90 градусов. Это успокоение возбуждения. Вот. И это вполне понятно. Вот, например, если мы с вами какие-то научные вещи изучаем, понятия, законы в рациональном мышлении, то есть мы изучили, и они у нас, так сказать, лежат в покое, не изменяясь. С музыкой так не получается. Чтобы воспринять музыку, надо постоянно, чтобы эмоция пульсировала, пульсировала, пульсировала. И поэтому эта пульсация достигается двумя средствами. С одной стороны, на основе вот динамической шкалы, то есть всех, особенно кто занимается музыкой, знают, что музыка обязательно имеет метр и ритм. Это чередование сильных долей и слабых долей. Вот, и это чередование поддерживает наши эмоции. А с точки зрения звуковысотной, значит, особенно в эпоху уже после средних веков полифонической музыки и современной гомофонической музыки преобладающей, то есть музыки, мелодии и аккомпанемента, подголосков, то есть все это сочетание гармоническое дает нам ладовые функции, которые имеют свои четкие закономерности. Об этом мы подробнее поговорим ближе к концу. А вот сейчас начнем с того, что, да, последняя коррекция, еще извините, последняя коррекция этой схемы, вот. Последняя коррекция схемы, вот она здесь покрупнее. Ага, вот так, вот так вот я сейчас так вот сделаю, чтобы она чуть короче. Ага, спасибо. Вот эти же три шкалы, смотрите, переложенные на музыкальный язык. То есть, вот эта горизонтальная схема, это наши, так сказать, эмоциональные звуковысотные восприятия, которые выстраиваются, как мы сейчас увидим, я сначала дам общую характеристику, по эмоциональной шкале от пустотных эмоций к самых наполненных, радостных и к ужасу и кошмару даже, можно сказать. Вот. Теперь. И это вся звуковысотная палитра. Значит, верхняя, это, как мы говорили, от тихо до громкого во всей амплитуде. И вот эти вот две стрелочки, это наши либо метрические, так сказать, ритмометрические закономерности, так сказать, смены, либо звуковысотные. Вот. Ну, а теперь перейдем, я по порядочку охарактеризую каждую из этих линий. Значит, прекрасно видно, так сказать, на пианино, если мы сейчас возьмем интервалы, то есть я сейчас буду играть не произведение, а просто покажу вам важнейшие акустические эффекты. То есть на чем строится звуковысотное восприятие музыки. То есть вот смотрим перед нами шкала. Она состоит из 88 клавиш. Вот, в принципе, полное фортепиано охватывает всю музыкальную систему, в которой играют все инструменты. Ну, только там, скажем, скрипка, такой диапазон, виолончель такой, контрабас ниже, труба такой. То есть диапазоны только разные. Но сама суть всех этих тонов одна и та же. То есть в результате развития музыки, я сейчас уклоняюсь от истории развития, она была не прямолинейна, состоит в том, что и результатом оказывается 12-полутоновый музыкальный ряд, где каждый полутон друг от друга математически различается на одну и ту же как бы величину. Вот, то есть сокращение колебаний, чем частота колебаний меняется, и, соответственно, меняется звук. Вот я сейчас, значит, изображу так называемую хроматическую гамму. То есть она состоит из 12 полутонов. Раз, два, три.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Потом все повторяется заново. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И то же самое внизу, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И так на каждом этаже. Но что самое интересное, если играть на всех этих 12 полутонах, то получается такой бред. Потому что они все одинаковы, и музыку в 12-полутоновой системе не передает. Поэтому, например, школа нововенских классиков под руководством Шонберга, она привнесла некоторые элементы хорошие в музыку, так сказать, которым пользуется тональная музыка. Но, в общем-то, она оказалась, конечно, в стороне. Она, это ошибочное направление, безусловно. А суть состоит в том, что музыка должна строиться на неравных ступеньках. И вот встает вопрос, как сделать так, чтобы не нарушая 12-полутоновую систему, суть которой состоит в четкой математической кратности всех тонов. Вот я это тоже коротко поясню. Вот смотрите, просто на пианино. Если я возьму октаву, это будет 1 к 2. То есть пока этот звук один раз колеблется, этот звук колеблется два раза. И когда мы их берем вместе, они настолько сливаются, можно сказать, что состояние покоя. Но даже профессионал не сможет сказать, я взял один звук или два. Вот, теперь, если я беру один к трем, опа, это уже, видите, уже слышно, что два звука. И, но при этом эмоциональная характеристика, пустотность, это объясняется тем, что, в принципе, противоречие еще маленькое, и мы даже воспринимаем это противоречие как какую-то эмоциональную недостаточность. Потом происходят интересные вещи дальше. Теперь я беру 1 к 5. Видите, я иду по шкале, этих самых простых чисел, которые делятся только на себя. 1, 5. Вот, они хорошо сливаются. А теперь, если эти два звука перенесу в одну октаву, посмотрите, получится интервал большой терции с характеристикой большая, да, с характеристикой радость. Это система 2 и 5 встречаются. А если встречается система 2 и 3 с перенесением в октаву угоя, то получится, посмотрите, у нас грусть. То есть, что интересно, я такой же силой называю интервал, разницы нет. А закодировано совершенно четко в языке разные эмоции. Ну и, наконец, сразу для такого контраста, посмотрите, 7 к 5. Самый кошмарный, ужасный интервал в музыкальных. О, ужас! Вот, кошмар, деваться некуда. Вот. И еще перед ними два интервала, которые и тревогу, так сказать, 8 и 9 – это тревога, а 5 к 16 – это щемящая тревога. Но что интересно, при всей своей конфликтности мы все эти интервалы воспринимаем как настроенные интервалы. Потому что если все четко идет по математической шкале, мы имеем дело с настроенным интервалом. И я уверяю, что на какой бы планете другой, где идет социальная эволюция, люди дорастают до музыкальной культуры, неизбежно эволюционно будет открыта 12-полутоновая система. Потому что она обеспечивает математическую кратность всех ступеней. Ну, отметим, что маленькая фаж заложена. То есть вот как раз это и была проблема. То есть это называется хорошо типированный строн, строй, допускающий маленькую, так сказать, эту самую неточность. Но мы ее игнорируем, мы все звуки слышим как математически кратные. И в этом есть частота, как говорится, музыкальной настройки. Теперь вернусь к той мысли, которую я ставил. Если играть на всех 12 клавишах, получается чушь, потому что они все равноправны. Эмоция на этом не выстраивается. И как поступить, чтобы сделать неравные ступеньки, но не нарушать математическую кратность всех ступеней? Я уклоняюсь сейчас от истории вопроса, который не был прямолинеен. Но результат этого поиска, несколько столетнего, пришел к тому, что вот на пианино хорошо видно. Видите, клавиши белые и черные. Они в системном порядке построены. Вот теперь давайте возьмем и мысленно все черные клавиши выкинем. И у нас останутся только белые клавиши. Причем мы хорошо видим. Большой прыжок поближе ко мне пока. Большой прыжок, маленький прыжок. Ой, большой прыжок, большой, маленький. Большой, 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 маленький.
И в результате мы выкинули три маленьких прыжка, два оставили, и получилась иерархия звука, в котором совершенно четко выстраивается музыкальная система, где каждая клавиша получает четкое свое эмоциональное значение. Вот. Особенно ярко это видно на первом тоне. Он оказывается тоникой. То есть вот если мы находимся на белых клавишах, то исходной нотой оказывается нота до. Ну, все с детства знают до, ре, ми, фа, соль, си. Это гамма мажорная. По крайней мере, исполняя ее, мы можем сразу услышать, что первый звук и восьмой, а я тонику буду играть и сверху, и снизу, поэтому получится не семь, а восемь тонов, они являются концом, а все остальные ступени разной степени устойчивости. Вот давайте послушаем. Вот. Значит. О, конец. И назад. Конец. То есть, по крайней мере, мы сейчас с вами услышали, так сказать, что здесь существует, так сказать, тоника, ощущение конца, и другие ступени разных красок. Об этих красках мы поговорим потом дальше. Вот. То же самое сразу, если я начну от нотеля играть, то получится такая же картина, но будет минорный лад, грустный лад. Вот. И точно такая же штука. Вот теперь от ля до ля я играю. Поехали. Тоника. Тоника. Вот и таким образом мы из 12-полутонового строя, обретенного исторически, эволюционно, пришли к двум ключевым ладам. Мажорным и минорным. Исторически были еще лады, но они все вымерли. Когда возникла гомофонная музыка, они просто оказались несоответствующими вертикалям, и остались два мажора и минор. Вот. Из восьми даже вот таких разных ладов, которые сложились в Древней Греции еще. Но там была монодийная музыка, гармонии не было. Поэтому то, что можно было в Греции, невозможно оказалось сейчас, в Древней Греции. Вот. А теперь перейдем, значит, к самому интересному. Итак, сначала к теоретическому. Значит, вот у нас эта схемка последняя. Вот она. Да. Итак, посмотрите, из того, что я сейчас проделал, у нас получается вертикальная схема. Она идет, смотрите. Видите, здесь двойная как бы стрелочка, а здесь одиночная в другую сторону. Это получается потому, что, вот как я вам показал, смотрите, эмоция от нуля, от полного покоя идет к пустотности, к накоплению эмоций. Потом от пустотности к радости. Потом от радости мы идем в обратную сторону к грусти. Причем интересно, есть грусть светлая, она по правую сторону. А есть грусть мрачная, безнадежная, она по левую сторону. Потом идут два уровня тревоги. Тревога и щемящая тревога. Ну, я так их рационально обозначил. И последний самый, так сказать, вот ужасный интервал, это тритон, который передает ужас, кошмар. Итак, в результате мы получаем, так сказать, вот основную канву эмоционального восприятия, основанную на интервалах. Теперь, когда мы переходим к аккордам, здесь получается штука очень интересная. Эти интервалы, либо их три интервала, либо четыре, из которых состоит аккорд, играются на пианино аккорды очень просто. То есть, например, пока мы находимся на краю, да, пока мы находимся на краю, то мы, хорошо, что на пианино, в отличие, скажем, от гитары, очень легко взять все три звучия. То есть вот мы берем от любой ступени. Так. Либо получается 7 трезвучий, либо 7 четырехзвучий. Так. Вот. И естественно, что это будет повторяться в любой октаве. И самыми главными аккордами, как мы говорили, является мажорный и минорный аккорд. Вот посмотрите, мажорный аккорд состоит из интервала радости и из интервала пустотности. И что получается интересное? Радость и пустотность друг другу противоречат. Разве может быть пустотность, если у нас есть радость? И происходит редукция. То есть пустотность переходит в насыщенность. Если я возьму только интервал, будет радость. А если я возьму вместе квинты, значит, пустотность будет. Вместо пустотности насыщенность. То есть без насыщенности, с насыщенностью. То же самое в миноре. Оно как объем придает. Объем, вот очень точно, вот это, да. Это как нолик прибавляет. Да, абсолютно. Ноль без единицы ничего не стоит, а единица. Да, то же самое, смотрите, с минором. Вот через одну, значит, прыжок, ну, терция для музыкантов малая, это грусть, а квинта пустотность. И опять пустотность дает вот эту самую объемность, наполненность, видите?
И в результате мы имеем дело вот с такой редукцией, видите? И это интеллектуально все можно рационально объяснить. Теперь смотрите, тоже для интереса, так сказать, видите, я могу взять минорное трезвучие, да? И минорное трезвучие, и еще уменьшить квинту, и сделать вот ужас. То есть получится вот 7 к 5. И получается интересно, грусть и ужас. А получается, ведь ужас не может сочетаться с грустью. Они тоже противоречат друг другу. И грусть редуцируется в безнадежность. Вот, и вот это ужас, кошмар, а это грусть. А если мы играем вместе, получается безнадежная радость. Ой, безнадежная грусть, извините. Ужас теряет свое качество ужаса. Вот, то же самое мы можем с мажорным сделать. Вот мажорная – это радость. А теперь я возьму и сексту, так сказать, в сексту повышу верхний интервал. И у нас получится жесткий обратный, так сказать, малая секста, она жесткая. Ну вот, и... Когда мы берем вместе, жесткость переходит, получается стремление какое-то, но тщетное стремление, я вот так называю, послушайте. Мы чего-то хотим, активность большая, а что-то этому мешает. То есть я к чему сейчас веду? Полную палитру аккордов я, конечно, сейчас сюда не могу, я объясняю сам принцип, что в результате вся система аккордов и трехзвучных, и четырехзвучных, она образуется за счет синтеза вот этих привычных значений, либо их редукции, если они противоречат. И все это, так сказать, у меня эти схемы есть, вот я потом, а то всегда отсылаю к своей книге, у меня все это в моем сайте chedia.rf. Так сказать, по каждой все схемы можно найти. То есть вся система аккордов, она вот так вот дается. И вся она восходит, и вся она восходит. Так сказать, к этому. Да, ну вот, хотя я уже, в принципе, это все объяснил, я сейчас не хочу так сильно усложнять. Вот я, пожалуй, только вот на этой схемке еще остановлюсь, заканчивая разговор о музыкальных аккордах. Вот, посмотрите, я сейчас поднесу. Тут как бы две линии, схема тяжелая, но я объясню самой сутью. Сверху идут линии, которые обозначают линейность наращивания вот этого противоречия. Сначала 2, потом 3, потом 5, потом 7, потом, кстати, 9, это нечетное число, но уже музыка ее использует, и 15. То есть из этих чисел состоит вся музыкальная система на уровне интервалов и аккордов. А вот посмотрите, а психологический эффект, который получается, вот я веду своей указочкой, смотрите, от нуля эмоций мы идем через полное слияние, через пустотность к этому самому, к кульминации, к радости. Потом идем к светлой грусти, к мрачной грусти. Потом идем к тревоге, щемящей тревоге и к ужасу. И вот эта схема, ее можно потом пополнить аккордами, то есть более сложные названия будут. Вот я на четырех аккордах вам это показал. И в результате мы получаем целую систему наших, так сказать, музыкальных созвучий, которые точно отражают вот эти первые эмоциональные как бы символы, знаки. Причем я сразу оговариваюсь, я говорю об этих аккордах пока вне тональных связей, потому что тональные связи, о чем мы говорим попозже, они еще дополнительные краски будут приводить. И также либо по степени редукции, или по степени слияния. Если они не противоречат друг другу, они сливаются, значения эти. Если они противоречат, то у более сложных, так более поздних, по численности интервалов, происходит редукция, и они подстраиваются под более важные. Вот. Ну, говоря еще о звуковысотности, можно сказать, что вот эта звуковысотность обеспечивает и тембровую особенность. Ну, все хорошо знают, фортепиано так звучит, скрипка так звучит, значит, труба так звучит. И современная математика прекрасно разобралась во всем, то есть дает эти самые схемы колебаний, и мы прекрасно видим, основная закономерность такова. Чем больше у данной ноты, возьмем ноту одну, его внутренних гармоник. А что такое гармоники? Вот мы, например, нажимаем ноту до, а в это время весь кратный музыкальный ряд, который идет 2, 4, вот допустим, 2, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, он весь приходит в движение. Но из-за резонатора у пианино такой, у скрипки такой резонатор. Какие-то гармоники усиливаются, а какие-то гармоники, вот составные части этого тона, наоборот, гаснут. И в результате их сочетания появляются самые разные тембры. Мы даже, люди все, двух одинаковых голосов нет. Мы же различаем людей по голосам. А это тембры. Вот. А суть тембра заключается в том, общая закономерность акустическая. Чем больше, лучше звучат, поддерживаются тембры низкого числа, тем
звук благородней, красивей. А чем больше поддерживается тембр дальний, так сказать, более противоречивый, тем звук отрицательный, гнусавый, противней. Но вот и возникает, поэтому бывают характерные инструменты, вот, например, гобой с таким характером имеет, характерный инструмент, там повышенные верхние эти самые гармоники. И в результате это еще новая краска, которая поддерживает разнообразие. То есть помимо наших вот этих интервалов. Вот. Ну а теперь перейдем дальше. Значит, что касается шкалы верхней, ну я не буду показывать, уже понятно, чтобы не усложнять. Да, ну вот раз рядом, да. То есть шкалы верхней, это вот вертикальная шкала. Громкость или это самое, громкость или тихо. Громко или тихо. Вот. Тут общая закономерность такова. Чем громче звучит, тем больше наше внимание. Чем тише звучит, тем наше внимание ослабляет. Хотя, может быть, и парадоксальный эффект. То есть, например, идет произведение громкое, а потом все резко затихает, и тихо. И это, наоборот, концентрирует наше внимание. Но в любом случае, громкость нам, оно поднимает и опускает внимание, так подчеркивая значимость или незначимость того или иного музыкального компонента. Ну и, наконец, третья шкала. Вот как раз, да, вот давайте еще разок так глянем ее. Она двойная, я еще раз напоминаю. С одной стороны идет метроритмическая пульсация, то есть это пульсация, она поддерживает эмоции в рабочем состоянии, что не обязательно для рационального мышления. Хотя определенные моменты эмоциональной задействованности и у ученого тоже есть. Но в музыке это выходит на первый план. То есть происходит колыхание, возбуждение, успокоение. И на этом фоне возбуждения и успокоения наши эмоции приходят в рабочее состояние, и в самый нужный мелькуляционный момент какой-то музыкальной фразы дается ступень или дается интервал такой, который оказывается ключевой характеристикой данного объекта мышления. Но особенно это важно, например, если мы в опере, мы связываем все, что происходит с музыкой, с ситуацией какой-то, с героями, вот, мы переживаем. И самый нужный оценочный аккорд оказывается вот в кульминации вот этих пульсационных вещей. Но что касается ритма, я просто коротко проиллюстрирую совершенно, так сказать, на самом примитивном уровне, чтобы никакие другие не влияли, так сказать, у нас параметры. То есть бывают размеры, вот я наиболее основные размеры остановлюсь. Размер бывает 2/4, наиболее популярные, 3/4 и 4/4. То есть если 2/4, если я его играю медленно, то это получается очень задушевный музыкальный склад, видишь? Потому что все время пульсация идет, то главной доли, то нет, и это поднимает субъективное наше участие. Если мы берем 3/4, это вот вальс общеизвестный, это сфера романтики. Нас куда-то несет, мы куда-то плывем. Вот. Это романтика. Ну и, например, 4/4 и далее, там у наших композиторов есть 5/4, 7/4 размер, это эпические, так сказать. То есть это какие-то военные походные песни. 1, 2, 3, 4. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон. Это эпическое как бы начало начинается. Вот. Ну и, наконец, последний вид пульсации, вот о котором я сегодня намерен поговорить больше всего, с прицелом на объяснение системы, инновационной системы музыкального образования, о чем мы тогда говорили, но немножко с провалом акустическим. Вот я сегодня вкратце на этом остановлюсь. Это вот последняя, это пульсационная линия, на которой строятся гармонические функции. И вот с моей точки зрения, как раз ограниченность современной музыкальной образовательной системы состоит в том, что мы, привыкшие обучать детей, ну и взрослых, кто позже начинает, на основе нотной грамоты, упускаем самое важное. В погоне за операциональной записью мы теряем взаимосвязи, между смысловые взаимосвязи и между тонами, и между аккордами. Я это поясняю таким примером. Вот, который будет доступен для людей, которые не являются профессиональными музыкантами. То есть, предположим, мы возьмем какую-нибудь вами любимую песню или какое-нибудь музыкальное произведение, просто сольное, и запишем его в нотах, а потом это же самое произведение мы перенесем в другую тональность.
чуть-чуть выше или чуть-чуть ниже. Но сильно не надо, потому что сильно мы изменим колорит. А если там на тон, на полтора, ну максимум на два тона, то и сыграем это же произведение, то мы узнаем это произведение, оно чуть высветится или чуть омрачеет, но в целом мы будем его воспринимать как то же самое произведение. Значит, что произошло? Ноты сменились все кардинально. Не осталось ни одной, так сказать, ноты в том значении, как были. Все, все по новой. То есть, если учить по нотам, значит, ученику надо снова все выучивать заново. И ему первый вариант будет как раз даже мешать. Вот они сталкиваться будут. А теперь смотрите. Значит, мы обращаем внимание не на абсолютное звучание, а на те взаимосвязи, которые между, так сказать, между ними осуществляются. Они сохраняются. Тональность мы изменили, а взаимосвязи остались. И вот именно эти взаимосвязи и надо начать изучать. Я с этого начинаю. То есть мои ученики на протяжении первого года до двух лет, в зависимости от скорости, вообще нотами не занимаются. То есть я сразу объясняю вот эту систему взаимосвязей. Вместо нот я им даю обозначение, вот, на которое сейчас установлю, по которым они понимают суть гармонических взаимосвязей. Они играют в любой тональности по сути этой гармонической взаимосвязи. А когда все это они поймут, ради бога, смотрите, как это в нотах изображается. И проходит этап очень тяжелой зубрежки. Когда люди изучают это, и надо запомнить каждую клавишу, там, они сразу мыслят блоками, они сразу мыслят аккордами. Вот эту систему я как раз и намерен, так сказать, повторить, немножко дублирую, но мое предыдущее чуть-чуть провальное из-за акустических условий выступления. Вот, посмотрите, вернемся к пианино. Значит, пианино. То есть, итак, у нас пианино состоит, как я говорю, из 88 клавиш, но все эти клавиши делятся по 12 октав, ну, этажей, так сказать, для начинающих. И на каждом этаже происходят одни и те же закономерности. И как мы с вами говорили, из этих 12 клавишей мы взяли только 7 клавиш и получили мажор и минор. Может сразу встать вопрос, а почему бы нам просто не убрать остальные черные клавиши? А вы сейчас сами видите, даже находясь в этой тональности, мы на специфических условиях начинаем использовать эти дополнительные клавиши. Их выбрасывать нельзя, мы объединим сразу. А кроме того, одну и ту же систему можно построить от любой ноты. И в результате у нас получится 12 мажорных и 12 минорных тональностей. И весь этот квартовинтовый круг, как называют, потому что по квинтам они идут, вот, он охватывает все возможные варианты тональностей во всех их вариантах. И, конечно, грамотный музыкант всем владеет, и на пианино это все есть. Тут просто нужна грамотность, где... Вот, например, я беру мажорную гамму, посмотрите, я ее могу сыграть от любой ноты. Вот. От соседней, смотрите. Еще раз от соседней. И так далее. Все 12 раз. И мажор, и минор. И таким образом, в конечном итоге, когда люди хорошо научатся играть в первой паре и во второй паре тональности, мажора, миноры, до, ля, соль, ми, потом происходит вообще чудо. Когда они усваивают эту систему, они эту систему легко переносят на все другие тональности. Проходит 20 минут, за 20 минут мы смотрим, как изменилась тональность, сколько белых и черных клавиш. Тем более они идут все по системе прибавления или убавления этих клавиш. И человек, по крайней мере, за второй год при желании осваивает все 12 тональностей. У кого нет такого желания, можно остаться на всю жизнь в двух парах тональностей. Две пары тональностей обязательно нужны для того, чтобы человек диапазон голоса подписывал. Бывают такие тональности, но которые по голосу никак не ложатся. Ты либо хрипишь, либо скрипишь, либо, так сказать, ну, там шипишь. Вот. Тогда берешь вторую пару тональностей, и все становится хорошо. Ну, а для желающих все, можно пройти по всему кругу. А если человек сделал, потом можно переходить к музыкальной грамоте, и человек начинает спокойно разбираться. У меня были ученики, такие наиболее продвинутые, которые после приблизительно двух лет вот моей школы, вот этого по гармоническим ладам, хоп, осваивают ноты, и потом лунную сонату, сонаты Моцарта, значит, сами разбирают. Был у меня такой ученик, Сережа Кузнецов, вот он на третий год уже играл у меня классику, причем не только по тем произведениям, которые я ему предлагал, он сам начал все разбирать. Ему страшно нравился Моцарт, он купил сборник Моцарта и разбирал сонату за сонатой. Ну, и даже, я даже не поспевал за ним, так сказать, вот, в его интересах. То есть, ну, это вторично. Ну, а теперь посмотрите, мы подходим к самому главному. То есть я вот сейчас расскажу эту систему, которую, куда, как я начинаю работать с ребятами за 2-3 урока. То есть я их привожу к пониманию этой системы. Система действительно, так сказать, несложная.
То есть, с одной стороны, я уже вам говорил, что аккорды взять, ну, в отличие от гитары, например, легко. Они хорошо читаются. Видите, через одну. Вот я двумя руками, чтобы было виднее, нажимаю. Видите? Вот они. Через одну. То есть первым, третьим, пятым пальцем. Играем либо 7-3-звучий, либо 7-4-звучий. Почему 7? Потому что дальше все в октавы повторяется. Вот. Если человек это понял, то смотрите, на первом же уроке я сразу показываю, что из этих 14 аккордов, 14 получилось, 3 аккорда самые важные. С их изучения мы начинаем. На первой ступени строится аккорд, который называется тоника, который является концом. Ощущаю, смотрите. Мы четко слышим, что это конец. На четвертой ступени мы слышим легкое напряжение. Все, это не конец, это легкое напряжение. Вот. И оно называется таким для новичка страшным словом субдоминанта. Но смысл очень простой, легкое напряжение. А на пятой ступени, соседней, строится сильное напряжение. О, куда-то тянет. Куда-то тянет. А куда тянет? В тонику. И чтобы это напряжение доминанты, вот это доминанта, самое напряжение, чтобы оно было еще сильнее, именно этот аккорд мы играем четырехзвучным. Еще больше напряжения. И, хопа, возвращаемся в тонику. И таким образом получается тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Теперь тут же на первом уроке я показываю, как эти аккорды легко исполняется двумя руками. Что надо для этого делать? Берем левую руку. Ну вот, если у меня взрослый человек, то он сразу играет октавами. А если ручка помаленькая еще у ученика, то есть я всегда начинаю, так сказать, чтобы бас игрался по одному пальцу. То есть работает третий и пятый палец только. И когда мы будем один раз играть доминанту в октаву ниже, это для красоты голосоведения, то тогда используется мизинец. Вот к этому надо приучиться. И посмотрите, эту же самую систему аккордов я проигрываю, так сказать, уже двумя руками на первом же занятии с учеником. Видите? Тоника. А, кстати, играю по два раза, потому что два баса должно звучать, чтобы пульсация была. Вот посмотрите сами. Если я буду играть одно и то же, машина получается. Музыки нет, движения нет. А если я начну пульсировать, то сразу получается ощущение движения. Это уже музыка. Все, вот эта перемена дает возможность даже длительно там очень музыкальной оставаться на одном и том же. Есть некоторые песни, где специальный эффект вколачивания, но это художественный эффект отдельный. Такой есть, как исключение. Если всегда исключение найдется художественное. А вот такая основная суть пульсации. Вот смотри, что получается. Тоника. Субдоминанта. Субдоминанты маленький прыжок, чтобы в тонику не попасть. Это выразительный. Потом доминанта. Вот пятую ступень. Вот я играю мизинцем вниз, чтобы красивое голосоведение в басах было. Лучше привыкнуть. Это не обязательный закон, но это предпочтение. Вот. Тоника. И последнее, пятое задание. Прямо для первого урока. Смотрите, тоника. Вальсом. Вальсом играем то же самое. Тоника. Субдоминанта. Доминанта, тоника. То же самое, все то же самое происходит в миноре. Вот играю те же 5 заданий. Посмотрите, первое задание. Сыгрываю гамму грустную. Так вот повыше возьму. Обратите внимание, в миноре 7-ю ступень надо поднять. Поэтому она почти белая. То есть можно играть натуральный минор, но вы сейчас увидите, когда мы будем играть аккорды, здесь доминанта должна иметь черную клавишу. Потому что хоть это минорная тональность, а вариант сильного напряжения хорош в мажорном звучании аккорда. Поэтому вот такая особенность здесь есть. Но вот сразу обратили внимание на эту особенность, а то бы было совсем все одинаково бы. Так, и снова играем гамму, смотрите. Оп, оп. Дальше второе задание, как вы можете, выделяю главные ступени, которые надо, чтобы засели в голове, чтобы мы легко не путались и играли вот эти вот аккорды. Первое, четвертое, пятое, первое. Все. Если это выучили, одной рукой играем первое, четвертое, субдоминанта, пятое, доминанта, вот с черной клавишей, и первое. Все. И дальше разыграем четвертое задание перебором. Субдоминанта с маленьким прыжком опять.
Доминанта с октавы вниз. Тоника. И вальсом. Доминанта. Вот. И посмотрите, какое чудо получается. То есть на этих шести аккордах можно сыграть сразу целый аманс. Если ученик очень хорошо идет, мне это удается, и надо сделать на первом занятии. По крайней мере, на втором. Когда у ученика немножко уляется в голове, на следующий день он мне это все сыграет. С моей коррекцией, с моей помощью. И тут же, так сказать, я ему ставлю вот эти гармонические обозначения, не ноты, а гармонические обозначения. Тонкими буквами минорный лад написан. Т, С, Д. Тоника, субдоминанта, доминанта. Латинскими буквами. Ну, привыкает, ничего. Или жирными буквами. Т, С, Д, жирные. Вот, это мажорный лад. И глядя на эту символику, человек может сыграть первый романс. Вот я один куплет вам сыграю. Обычно ученик у меня играет этот романс на третьем занятии, и чаще на втором, и в редких случаях даже на первом. Вот, вот. Гори, гори, звезда, звезда любви советная. И у меня одна приметная, другой не будет никогда. Одна заветная, другой не будет никогда. Вот, это вот первый эффект. Я этот роман сам очень люблю, с удовольствием его всегда напеваю. Ну, начинается всегда так, что дети играют, я напеваю. Поначалу. А потом, как вы видите, то есть у меня я начинаю развиваться мелодический слух, тогда один сидит за синтезатором, мелодию дает, а другой аккомпанирует. И они периодически меняются, и тогда развивается слух и, так сказать, ладовый и гармонический. А самый верхний, так сказать, этаж, когда человек и то ли, он тогда имеет возможность аккомпанировать сам. То есть, понимая уже мелодию и гармонию. Левая рука играет гармонию, а правая мелодию, как минимум. Ну, так, чуть-чуть перекликаясь иногда. И человек начинает исполнять по слуху вот эти произведения. Так, по гитарному немножко варианту, безусловно. Но я еще раз оговариваюсь, я не профессиональный пианист. У меня уровень пианизма вот примерно такой. Я по нотам сыграю уровень лунной сонаты. Но я как раз акцентировался на то, что вот именно с помощью песен ставить музыкальный слух, чтобы человек всю жизнь музицировать мог. Вот у меня у самого в жизни там другие интересы, я философии, да, я как немножко от этого отошел. А вот именно вот эту культуру гармонических взаимосвязей, это я держу и передаю по поколению. И это помогает очень быстро осваивать аккомпанемент. И главное разбираться в тех взаимосвязях, которые в нотах не написаны. Вот кто наиболее смышленый, как-то сам это смекает. А можно так строить музыкальное образование, что человек на это фиксирован, и я сразу так воспитываю вот это гармоническое понимание, а за этим идет слышание. Вот. Это, значит, мы сыграли вот первую самую шесть аккордов. А я детям сразу говорю, хотите научиться аккомпанировать, надо мужественно на первых занятиях выучить 10 аккордов. Вот как только вы 10 аккордов выучили, все, вы начинаете спокойно аккомпанировать, так что большое количество авторских песен, композиторских песен. Ну, а всякие излучники к ним потом добавляются. Если человек знает 10 аккордов, он легко потом увидит какие-то зернышки отклонения, такие уже композиторские. Но все равно в основе, в голове лежат 10 функций. Значит, откуда берутся еще по 2 функции? Вот, посмотрите, вернемся снова к мажору. Значит, вот тоника, субдоминанта. Слышите, легкое напряжение. А теперь я говорю, я тебе фокус-мокус покажу. Вот я от этой ноты, четвертой, которая является, на котором строится легкое напряжение, сыграю гамму, но только изменив одну ступень. Вместо вот этой четвертой я пониженную возьму. И эта нота станет тоникой. Это очень удивляет поначалу. Смотрите. Еще раз. Тоника. А, кстати, бывшая тоника становится субдоминантой. То есть все изменилось. Это тоже сначала сбивает. У людей этого представления нету. Вот. И я играю в этой тональности точно такую же штуку. Тоника, субдоминанта, доминанта и тоника. А теперь я беру вот эту доминанту, вот к этой, ну, вот ноте новой, и переношу ее в нашу первую тональность. Так? Вот. Она оказывается, посмотрите, на первой ступени. То есть там же, где играется тоника. То есть что я делаю? Вот тоника. И я к ней добавляю вот эту черную клавишу из второй тональности. Возникает тяготение, тоника больше нет.
А получается, смотрите, такое название, но очень четко определяющую функцию. Доминанта в субдоминанту. Сильное напряжение, слабое напряжение. Потому что в условиях этой тональности вот тоника, доминанта в субдоминанту, и она слушается как субдоминанта. То есть мы таким образом доминанта в субдоминанту. То же самое происходит с доминантой. Посмотрите, возвращаясь снова к первой тональности. Субдоминанта, доминанта. Нарочно беру ее тройной, а не четверной, чтобы просто увидеть эту закономерность. Все равно это доминанта, тоника. А теперь делаю такой же фокус. А вот от этого доминантового тона я иду гамма, но вместо вот ноты фа играю фа диез. И она станет также тоникой. Все, она тоника. Вот, тоже то самое делаю тоника, субдоминанта, доминанта, вот которая, и он тянет в эту новую тонику. А теперь я беру эту доминанту полученную, и, естественно, мне черная клавиша, она же с соседней тональности пришла. Почему я говорю, черные клавиши нельзя выбрасывать, они нам нужны. Ну, вот, переносим их в нашу основную тональность. Получается на второй ступени аккорд, с одной черной, это выучивается наизусть, ну, вот, с одной черной, и мы получаем доминанта в доминанту. И вот получается, смотрите, четкий ряд, который мы можем хорошо осмыслить. Значит, вот, основные функции. И в мажоре, и в миноре то же самое будет. Играем, вот на пальчике я тебя хорошо показываю. Смотрите, три функции. Тоника, субдоминанта, легкое напряжение, доминанта, опа, и назад, тоника. А потом появляются еще две вспомогательные функции. Именно вот не так, а вот так. Смотрите, тоника, доминанта в субдоминанту, субдоминанта, доминанта в доминанту, доминанта и, опа, тоника. Вот, и посмотрите, как это звучит. Значит, сначала одной рукой в мажоре, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Доминанта в субдоминанту, субдоминанта, доминанта в доминанту, доминанта, тоника. Но обратите внимание, я все аккорды играл по два раза, И только последние два, доминанту в доминанту и доминанту, играю по одному разу. Потому что, как правило, в музыке они идут вместе, и музыканты это называют двойной доминантой. Вот и хорошо слышать их вместе. Поэтому, вопреки вот этого двойного повтора, именно здесь я так исполняю по одному разу. И то же самое идем, смотрите, перебором и вальсом. Это вот все на втором, это все на втором занятии делается. То есть уже в 10 аккордах. Тоника. Субдоминанта. Доминанта с мизинцем, с октавой. Тоника. Доминанта в субдоминанту. Субдоминанта. Доминанта в доминанту. Доминанта. Тоника. Ну, еще обращаю внимание на одну техническую деталь. Когда я беру доминанту, если я играю перебором, их же звуков стало на один больше. Но чтобы не нарушать ритм, я приучаю вот две последние играть вместе. То есть, поначалу это тяжело. Я рекомендую такой прием. Смело поднимать вот так вот руку. Тогда нажать легко. Для начинающего ученика это проблема. То есть, вот я перебор делаю, чтобы... Видите? Все, ну, обычно с третьего занятия так это дело уже осваивается. Все, и таким образом я играю это в мажоре. А тут, пожалуйста, в миноре то же самое. То есть вот перебором. Субдоминанта. Доминанта. Тоника. Доминанта в субдоминанту. Субдоминанта. Доминанта в доминанту. Доминанта. Тоника. И вальсом. Тоника. Это им легче обычно. Субдоминанта. Они расслабляются, когда вальсом играют. Тоника. Доминанта в субдоминанту. Субдоминанта. Доминанта в доминанту. Доминанта. Тоника. Как только ученик с этим справляется с задами, я говорю, поздравляю. Хоть ты начинающий, но ты уже музыкант. Потому что, в принципе, с набором этих вот всех этих функций ты можешь уже играть серьезные песни. Ну, вот я, например, начало, они, например, любят очень, я так в развороте, немножко, может, пальцами будет немножко неловко, но чтобы было видно. То есть вот песня «Темная ночь», она всем всегда очень нравится, хорошо. Она включает в себя все эти функции. Вот. Вот так.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, и двойная доминанта, пусто звезды мерцают, и опять двойная доминанта. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и тревожно ты слезу утираешь. Доминанта, все доминанту, как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь двойная между. Тут в основном минор чуть с захватом мажора. Но вот мы в миноре все вот эти все пять функций. То есть все, и с этого дела начинается полет. Каждое занятие, они ко мне приходят. Мы обязательно проигрываем вот эту вот обязаловку, которую я играю по мажору и минору. Причем с каждым разом она улучшается, и они слышат, начинают и понимать, и все больше к автоматизму приходит. И на этом фоне играем от двух, смотря какая выносливость у ученика, до пяти и более песен. Все, проходит неделя, дорогая, к концу месяца он уже способен дать концерт под своим любимым песням. А что значит концерт в начале? Это я напеваю, я не певец, но я могу напеть. Ну вот. И они аккомпанируют. Это, конечно, производит большое впечатление и на сотрудников, и на детей. И это, они начинают так, этим делом увлекаться. Вот. Потом, чуть-чуть попозже, через месяц и через месяцок, я даю обязательно вторую тональность, то же самое, я иллюстрировать не буду, то есть то же самое происходит в тональности родственной, но обычно я вначале беру соль мажор и ми минор с одним фа диезом, одна черная клавиша появляется, уже не чистая белая тональность, и, соответственно, все вот эти искажения, все повторяется как заново. Вот человек, это уже понимая первую тональность, он быстрее все охватывает. Вот, играет в двух тональностях. И на протяжении очень долгого времени, не менее полугода, я человека держу вот в этих двух тональностях, чтобы он к ним привык, услышал, и чтобы потом их легко было переносить на другие тональности, уже понимая всю эту систему. Чтобы она и была понята, и вошла. Они сразу узнают уже это дело. Каждую вот мы песенку в любой тональности споем, я задам другую тональность, и каждый из нас любимую песню в другой тональности споет. То есть даже не зная нот. Но происходит здесь примерно то же самое. Но я еще хочу показать более поздний вариант. Я вернусь к первой тональности. Существует еще одна очень интересная закономерность. Кстати, в прошлый раз я о ней не говорил. Что почти те же самые аккорды, там только один новый появится. Они имеют вторую функцию, которую я на письме отмечаю запятой. Они означают, что я использую, например, минорные аккорды из минорной тональности в мажорной тональности. Без перехода в минорную тональность, то есть без доминанты минорной. И получается очень интересный эффект. Вот мы с вами только что слышали, что ля-минорный аккорд, он является тоникой в минорной тональности. А если, смотрите, я сделал такой эффект. Вот я достроюсь в мажоре. Так. И вдруг неожиданно, без всякой подготовки, беру минорный аккорд. Он не слушается как тоник. Он слушается как очень легкое напряжение, легче, чем субдоминанта. И музыканты это называют медиантой. Вот. И это очень интересная глубокая краска, когда мы на фоне такого голого мажора вдруг переходим к такому насыщенному минору. Это производит сильное впечатление. Но при этом мы остаемся в мажорной тональности. Мы этот аккорд слышим на фоне мажора. Вот. И получается очень интересная закономерность. Таких аккордов два. Это вот нижняя медианта, сама тоника. И от него эхо, так сказать, на третьей ступени строится. Их особенность в том, что два тона тоники идут либо в этот аккорд, либо в другой. Поэтому они между тоникой и субдоминантой находятся. Вот. И получается, смотрите, вот такая следующая закономерность, которая тоже разыгрывает целиком, но сейчас покажу только на уровне основных аккордов. Тоника, нижняя медианта. Тоника минорная, казалось бы, но она теперь медианта, она не тоника. Тоника, верхняя медианта на три ступени, ее эхо. И даже в некоторых контекстах можно вместо одного другое сыграть, будет слушаться хорошо. Снова тоника. И две субдоминанты. Чужая субдоминанта из минора. Она более пустотна. Она слышит, что это субдоминанта, но люди на слух привыкают, она более глубже слушается, неожиданно, а иногда даже и пустотна.
и потом своя субдоминанта и тоника. Также я это разыгрываю и правой, и левой рукой, всеми переборами. И то же самое, смотрите, в миноре. Теперь наоборот мы делаем, значит, тоника. Все зеркально наоборот. Сначала, вот я настрою сейчас у нее, значит, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. И слушаем. Тоника. Это бывшая тоника, она не слушается как тоника. Потому что на фоне минора она превращается, но теперь это будет верхний медиант. Все зеркально наоборот. Опять тоника, нижняя медианта, такой же эхо. Но здесь что интересно, что нижняя медианта совпадает с субдоминантой. Поэтому в миноре мажорной субдоминанты быть не может. То есть это будет сразу медианта. Но зато мы что делаем? Тоника снова, своя субдоминанта, а потом вот эта особая субдоминанта, неблагозвучная, с тритоном, она на втором ступени строится. Она редко пользуется, у меня вообще в сборнике она только в двух песнях. Вот, потому что вот этот край, видите, ужас, тритон. Музыкант его хорошо слышит, и это надо только специально иметь художественную задачу, чтобы это дело использовать. Тоника. Вот, и смотрите, получается следующее. Вот я еще раз изображу. Точно. Тоника минорная, верхняя медианта, тоника, нижняя медианта, тоника, своя субдоминанта минорная, особая субдоминанта и тоника. Все. Это фактически обзор всех основных функций слабых, какие могут использоваться. Особенно в романсах очень часто идет. Это медианта, очень красивый интервал, глубокий. Мы его часто встречаем. У меня очень часто Т с запятой. То есть тоника с запятой означает, что это медианта. Вот. Ну и, наконец, последнее до полноты, чтобы получить полную исчерпывающую картину основных функций, без всяких альтераций, что возможно уже как добавления разные. То есть как бы сама основа структуры музыки. Это все возможные доминанты. Вот посмотрите, берем мажор. Так. Своя доминанта на пятой ступени. Возвращаемся, тоника. Вот теперь такая же штука, особая доминанта. Неблагозвучная. Она редко используется, но я на гитаре ее вообще никогда не даю. А на пианино для полноты картины теоретически это надо сделать, чтобы все было ясно. Потом тоника. Минорная доминанта. Но с разрешением в тонику мажорную. И по разу. То есть три доминанты мы изучили, как бы, ну, не только своя. И то же самое в миноре. Смотрите, вот я настраиваю. Тоника. Своя доминанта. Тоника. Здесь особой доминанты нет. Поэтому я беру минорный вариант доминанты. Помните, я говорил, что можно играть доминанту без черной клавиши? В русских песнях это очень часто. Это функция доминанта, такой плавный, лиричный. Она нетипична, но имеет место быть. Вот тоника. Так. И потом мажорная доминанта. Но с разрешением в минор. Очень неожиданный ход. В некоторых песнях это есть. Очень эффективный. И своя. Вот таким образом у меня продвинутые ученики каждый день сыгрывают вот это дело. Они уже сыгрывают вот это все, что я вам сегодня объяснял. За минут 5, а потом и за 3 минуты. Все, это как легкое упражнение. А потом на этом фоне идет исполнение романсов, русских песен, военных песен. Вот. И буквально через месяц-два они накапливают большой репертуар. Мы устраиваем концерты, они играют, так что все. Ну, кто продвинутый, вообще так помного там ученик, который сильно увлекается. И в результате проходит, так сказать, полгода, и дети начинают свободно компонировать. И в этот момент я включаю вот еще последний технически такой важный вариант из моей методики. Я включаю становление ладового слуха. То есть гармонический слух – это сочетание аккордов. А ладовый слух – это сочетание ступеней. Я должен сказать, из моей практики, из своей личной практики, для меня, например, тяжелее услышать мелодию. Я вот мелодию сразу не схвачу. То есть я ее послушаю, чуть-чуть повожусь и сыграю. Но сразу с налету нет. Гармонии я сыграю сразу. Если мне песня понятна, я найду гармонии. И довольно быстро. А с мелодиями я повожусь. Мне практика показывает, что и у детей, в общем, тяжелее идет мелодический слух. Может быть, это я проектирую, не исключаю такую возможность. Но посмотрите, я заменяю весь курс сольфеджио прям небольшим количеством попевок, которые регулярно исполняются, скажем, в начале за две недели. Так? За две недели. И через две недели, когда это входит в слух, это отпорный пункт, чтобы научиться слышать каждую ступень гаммы. Вот смотрите, что я делаю. То есть, вот до мажор, да? Сначала пропеваем гамму. В
Сначала я играю, они со второго, то есть один раз я играю, а второй раз я играю, они подпевают, а потом со временем они перенимают функцию игры тоже. Так, постепенно я им передаю, чтобы сразу играли и пели. Сначала играем гамму и поем. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И назад. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Пение гаммы нужно для того, чтобы очень четко человек услышал тоники. Вот это как так, что вот так сливается, непонятно. А тонику, по крайней мере, и они начинают упорно понимать, что если я нахожусь в этой тональности, это тоника, это входит, так сказать, в голову, и уже как опорная. Слышу тонику, нажимаю первую клавишу. Она номер один, оказывается. Вот. Теперь, значит, второй, вот интересный очень такой ход. Вот я напоминаю, смотрите, первая, третья, пятая ступень, это ступени, из которых строится мажор. Вместе с тем, с точки зрения одноголосия, это три ступени, которые являются устоями лада. Все остальные ступени тянут в них. И вот для того, чтобы это услышать, я играю таким образом. Смотрите, я так буду сейчас напевать и с глаголами напевать. Смотрите. Значит, тоника. Значит, первая, седьмая тянет в первую, вторая тянет в первую, вторая тянет в третью, четвертая тянет третью, четвертая тянет в пятую, шестая тянет в пятую, а седьмая тянет в первую. Если человек постоянно это поет, то, в общем-то, он эти тяготения начинает слышать, а не только вот эту тонику. Тонику легче всего услышать, а потом услышать это тоже, пусть не такие яркие устои, как тоника, но тоже устои. И все наши мелодии, когда мы поем мелодии, они все равно чередование устоев-неустоев, устоев-неустоев. Вот по этой центральной линии, которая на нас глядит, которая в графике на нас глядит. Так, ну вот. Теперь, а потом, после этого, это общая картина, на каждую ступень идет попевка. Вот, я ее взял вот из такого нехитрого, так сказать, ну, это не моя рекомендация, я взял ее из учебника Сольфеджио Агажанова, вот, еще в советские времена. То есть, он эти голоса выстроил, я покажу закономерность, видите, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, значит, тоника, субдоминанта, тоника, доминанта, тоника, только взятые не так, как я показал по гитарам, а взятые плавно в одном регистре, то есть пользуясь обращениями этих аккордов. Вот получается тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, субдоминанта, тоника, доминанта, тоника. И вот на таком аккомпанементе выстраиваются основные голоса, первая ступень. Я теперь без аккомпанемента сыграю, чтобы яснее было слышно. Значит, первая ступень. До, 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 си, до. Вот такая попевочка, которую мы сразу вспоминаем, настроившись в любой тональности, и она нам сразу дает тонику. Третья ступень, устой, значит, номер два. Ми, фа, ми, ре, ми. Тоже вот эти оба тона тянут в него. И квинтовый устой. Соль, ля, соль, соль, соль. Видите, они все по фигурам немножко разные, получается. Они легко запоминаются. Ну и на первой ступени еще раз повторяем на восьмой. До, 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 си, до. И осталось четыре ступени, вот эти неустоя. Сначала вводные звуки, которые окружают тонику, они самые острые, их быстро ребята научаются слышать. Вот как. Си, ре, до. Обе тянут в первую. Си, ре, до. Наоборот. Ре, си, до. Ре, си, до. И два субдоминантовых тона. Вот это очень ярко запоминают дети. Фа, ми, ре, до. Фа, ми, ре, до. И последний. Ля, соль, фа, ми, ре, до. Шестой тон. Ля, соль, фа, ми, ре, до. Либо в другую сторону. Ля, си, до. Ля, си, до. Все. Вот эта система упражнений, которая мне заменяет весь курс сольфеджио. Я его сочетаю с подбором мелодий, но, конечно, выбираю для этого тела мелодии сначала полегче, потом потяжелее, и человек начинает не просто вызубривать, сначала же не вызубривает, куда надо нажимать, а по мере того, как это укладывается, они начинают это слышать, они ставят на эту ступень, потому что они ее слышат. То есть, и это, в общем-то, из моей практики это происходит немножко медленнее, чем в гармонии. Может, я еще раз говорю, может, это моя проекция, потому что я сам имею позднее музыкальное образование, я далеко не сразу все это понял. Вот, а когда понял, стал делать, и для меня мелодию подобрать тяжелее, чем аккомпанемент. Обычно и у учеников так, но я еще раз говорю, может, это проекция от меня. Я не случайно такой вариант. И посмотрите. Ну, на мой взгляд, мне кажется, ну как, да. я не знаю в этих терминах, а вот ритм и вот этот аккомпанемент, он более четко воспринимается, да. А мелодия, она более тоньше, к ней нужно прислушиваться. Ну вот я тоже так же, да. Она создает фон.
Да. Вот это. Там а фон, это, а это так, а да. Это да, основной вот такой как лейтмотив, а это вот фоном такой идет. Нет, ну как раз мелодия, в принципе, она наоборот да. является основным выражением, так сказать, нашей эмоции. Потому да. что она где-то идет от речи. Ведь мы, кстати, тоже, когда разговариваем, мы же фактически это нам пришло из разговорной речи, из эмоциональной части разговорной речи. То есть, например, я говорю, там будем, ты здесь, я здесь. То есть мы опираемся на мажорную, так сказать, гамму обычно, когда... Вот. Или мы не ходим туда, не ходим туда. То есть я беру вас в этот... То есть вот этими противоречивостью тонов, она нам заложена в разговорной речи. Если на разговорную речь, я бы так передала. Да. Это передает информацию, а это передает настроение. То есть передает... Аккомпанемент. Да, аккомпанемент. Информацию. Вот эту вот структуру создать. Я бы даже не так бы немножко говорил. А вот говорил. Это эмоции. Чуть-чуть не так я бы выразился. Да? Это передает информацию как раз, а это ее углубляет. То есть дает. Потому что все равно, мы же когда песни поем, первое, что мы запоминаем, и мы когда любим какую-то песню, у нас мелодия звучит. Ну и, конечно, мы счастливы, когда поддерживается аккомпанемент. Но если мы играем, поем песню или играем без аккомпанемента, все равно мы реагируем на песню, тем более, если мы ее знаем. А это осочняет, углубляет и задает, усиливает оценочный тон. Я бы вот так вот сказал. Поэтому музыка состоит из этих двух компонентов, получается. Ну вот посмотрите, заканчивая мажор, к чему я стремлюсь. Вот все, что я вам сейчас сыграл, я легко пропеваю. То есть, до, ре, да. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, си, до, ре, ми, фа, ми, фа, соль, ля, соль, си, до. До, 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 си, до, ми, фа, ми, ре, ми, соль, ля, соль, соль, соль. До, 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 си, до, си, ре, до. Ре, си, до, фа, ми, ре, до, ля, соль, фа, ми, ре, до. И в результате я могу спеть любую ступень. Фа, фа. До, си, ре, си, до, ля, соль, фа, ми, ре, до. То есть, знаете, попевки, то есть я научаюсь слышать каждую ступень. То есть это, в общем, у кого-то быстрее, кто-то нет. Но вот это постановка мелодического слуха. И с этого момента, ну вот я кратко иллюстрировал вам вчера, то есть, когда у меня двое учеников, один садится за синтезатор, но я люблю тембр скрипки включать. Значит, для большинства песен. Хотя иногда при характерных песнях пользуюсь другими тембрами. Один аккомпанирует, а другой играет по слуху, ни на что не глядя. То есть он заранее готовится. То есть я воспитываю, чтобы он начал опираться не только на вызубренность, а на слуховые вот эти данные. Он на противоположном синтезаторе, они друг напротив друга сидят, играют мелодию. Но кто заинтересуется, на моем сайте все эти материалы есть. chedia.rf, вы найдете фортепиано и как раз получите, так сказать, полную информацию, и увидите ребят, которые играют, и упражнения эти, которые я говорю, и песни, которые... То есть там прям найдете по обучению фортепиано, то есть там большие видеоматериалы. То есть все, что я говорю, именно детскими руками вы услышите. Вот. Ну и, наконец, последнее, закрывая тему, я все время обязательно заканчиваю свой разговор, обращаюсь к ленинградскому психологу Теплову, Борису Михайловичу, у которого есть ряд монографий о детской одаренности, и в частности, наиболее сильная монография о музыкальной одаренности. Я обращаю внимание на его разделение музыкальной одаренности любого человека на два важнейших компонента. Первый компонент и самый главный – это содержательный компонент. Это то, как мы реагируем на музыку. Человек может вообще не разбираться ни в квартах, ни в квинтах, ни в ступенях, ни в этих, но ходить в оперный театр или ходить в филармонические концерты и угорать от музыки, от счастья и горя, которое, так сказать, на тебя несет, с которой ты переживаешь в звуках музыки. Это высшая степень одаренности, и это самое важное. Вот, потому что фактически музыка пишется не для профессионалов. Она пишется профессионалами, но не для профессионалов. Она пишется для людей, которые выхватывают образную суть. То есть это самая главная суть музыки. А вторая – это операционная. Это вот то, чем мы сейчас с вами занимались. Услышать кварты, квинты, ноты писать, разобраться рационально в этих всех функциях. Но это хорошо тогда, когда человек начинает гореть музыкой. Я к чему все это дело веду? Что вот так родители часто, ой, я хочу, чтобы мой ребенок играл. И, ну, извиняюсь за грубое слово, суют ребенка в музыкальную школу, и неизвестно, какому педагогу попадает, в какой он попадает, значит, ситуацию. И часто бывает, человек проучится, ребенок, там, 5 своих лет, закрывает пианино и больше не подходит, либо гармон, любой инструмент. А потому что не развита содержательная часть. То есть для этого это же инициатива не только...
педагогов-музыкантов, ну, которые тоже таким потенциалом должны обладать. А это, в общем-то, инициатива взрослых. И самим культуре развиваться, так полагаясь на референтных людей, которые могут помочь. Ну вот, в оперу ходить, так сказать, на балеты ходить. Лично для меня самый революционный момент жизни, самый лучший день моей жизни был, четко говорю. Мне было в октябре, по-моему, так вот, 12 лет, в октябре, 12 лет осенью, меня мама повела на оперу «Риголетто» в Верди, в наш Душанбинский театр. Я в Таджикистане родился, у меня родители геологи, вот и вырос. Я постоянно ходил в оперный театр. И вот в 12 лет я попал на оперу «Риголетто». Это был переворот всей моей жизни. До этого я хотел быть машинистом. Все, за один день все это ушло в сторону. Я понял, что от оперы я никуда не отойду. И к 7-9 классу я уже массу опер знал наизусть. За ними симфоническую музыку. Так, кстати, у меня в голове огромное знание по этому поводу. Но при этом я не занимался музыкой. Я музыкой занялся только фактически, считайте, когда в институт уже поступил. Вот. И поэтому я долго мучился, думал, как же это люди все делают. Но так по жизни получилось, что среди моих, прежде всего, философских, так сказать, трудов, я занялся в один период акустикой и хорошо понял, как музыкальная система строится. И меня это сразу навело на мысль о другом совершенно, так сказать, варианте инновационном преподавании музыкального образования. И я этим занимаюсь уже более 10 лет. Раньше чуть-чуть, а в последнее время я усилился, тем более, когда система вся у меня замкнулась. И, в общем, результаты, так сказать, довольно большие. Каждый из вас на моем сайте это может увидеть. Там у меня много записей, как дети разного возраста играют на фортепиано. Иногда чуть с ошибками, иногда там все есть. Но все равно вы увидите, что они, в принципе, хватают, и они играют. И причем все они, ну, за исключением там двух человек, которые на новый уровень перешли, все они не владеют нотной грамотой. Чисто по слуху, по знанию функций. Но они знают самое главное, чего не знают дети обычно в музыкальной школе. Вот и надо выбирать, что лучше. Ну вот, пожалуй, самое главное, что я хотел сказать. То есть мы поговорили об общих чертах строения музыки, так сказать, вот в этих трех осях. Так, ну и на закуску я, значит, такую вам еще схему покажу. Так, чтобы не напугать вас, но чтобы показать сложно. Вот мы посмотрели вот эти три шкалы, да? А в реальности посмотрите. Вот я... Вот, ага, видно, да? Смотрите, какое огромное количество шкал, так сказать, переходит. Это вот как раз те же самые шкалы. Но ведь дело идет не только мелодия, аккомпанемент, мелодия, подголоски, их тембры. То есть и все это по каждой шкале удваивает шкалы многократно. Таким образом, и все вот эти значения, которые одновременно так звучат, они складываются путем синтеза и редукции, как я объяснял, в определенное значение. В определенное значение. Вот так видно, да? Надо за верху кто-то подержать. Ага. Да. Видите? Вот, ну, тут все, там все описано, кто в мою работу по акустике захочет посмотреть, все эти графики есть и в двухтомнике, и в более коротком варианте, там 100 с чем-то страниц, «Язык души» называется. То есть просто как более короткое изложение концепции, где все эти графики показаны. Но в чем прелесть? Что в отличие от рационального мышления, где мы последовательно, логическим путем, там, вывод за выводом делаем, здесь все моментально, наше музыкальное, моментальный образ складывается. Мы даже не успеваем осмыслить, как это получилось. Да это невозможно осмыслить. Это я осмысливаю как теоретик путем вот такого длительного логического ряда разложения все на элементы. А в общем-то эмоциональное мышление, оно моментально работает. Если высшие эмоции развиты, вот самый главный критерий. Ну, как, кстати, интеллект, если не развит, человек тоже может читать умные книги, ничего не понимать. Ну, вот. А если высшие эмоции развиты, то моментально образ складывается и потрясает. Вот, и это, конечно... Есть такое понятие эмоциональный интеллект. Да, правильно, вот я тоже так, эмоциональный интеллект. И более того, этот эмоциональный интеллект потом, впоследствии, на другом уже уровне, оказывается и модельным способом рационального мышления. Ведь все те схемы, которые я вам показываю, да, это же... образный охват какого-то целого пласта знаний. Сразу схемку посмотришь, ее не поймешь поначалу. Но когда ты прошел весь путь логических процедур, понял, как это все выстраивается, подумай, эта схемка все дедуктивно держит все во внимании. То есть это как раз высший уровень иррационального мышления, где образность оказывается на первом месте. Помните, вся эволюция укладывается в определенные схемы, и она обобщает длительные там многотомные рассуждения. А в результате наше эмоциональное мышление, с одной стороны, дает самое главное – ценность гармонии, воспитывает в людях стремление к дружбе, любви, сотрудничеству, как высшим ценностям жизни, с которым несравнимы любые другие удовольствия для культурного развития человека. И потом обобщает, более того, рациональное мышление, создавая образно-модельные обобщения
многотонных, так сказать, размышлений. Поэтому значение эмоций в жизни еще недооценено. Я, конечно, всегда прихожу в ужас, так, извините за откровенность, когда я открываю учебники психологии большинства, и видим, и вижу, что они напрочь когнитивны. То есть полное непонимание значения эмоций. Так, немножко, когда о личности говорят, где-то в стороне от смыслообразующих факторов. Поднимаются эти вопросы, но они не входят в систему. А вот диалектика все ставит на свои места. И понимает, как одно и другое, а без другого быть не может, противоречит. И как постепенно вот в таких вот колебаниях оно приходит к единству, так сказать, и ценностей, и истин. К чему, собственно, цельна наша эволюция. Вот. Потрясающе. Константин Олегович, я просто вот даже нахожусь, вот, честно говоря, под таким впечатлением, потому что вот свои чувства я могу сейчас описать. Это как вот, знаете, когда... Сейчас, одну секундочку. Это когда вот фокусник, да, тебе показывает фокус, и для тебя это загадка. Ну как это вот, вот как это возможно? А для потом... фокусника нет никакой загадки. Да, понятно, да. А потом, когда тебе этот фокусник быстро так вот показывает, как он это сделал. И ты вроде увидел, ты понял, что как это делать. Ну, не знаю, как бы не запомнил, конечно, еще как это вот и повторить, естественно, пока еще не сможешь. Но тебе уже приоткрылось, ты уже понимаешь, что, в принципе, где фокус-то? Где ситуация похожа, если мы вернемся исторически, скажем, на 3-4 века назад, там еще в Древней Руси. То есть, например, понятие грамотности, оно было только для людей избранных. Вот. Сейчас грамотный любой человек, ну пусть кто хуже, кто зависит от своей мотивации прежде всего, но все равно считать умеет, писать умеет. А раньше это было недоступно. Наверное, то же самое и с музыкой. Просто я вот, может, внизу свою лепту только в том смысле, что даже в музыкальных где-то образованиях прислушаются ко мне и поймут, что наряду с пианистическими вещами, которые не подвергают сомнению. Я никого не хочу девальвировать. Просто необходимо ввести какой-то курс из соответствующего квалифицированного педагога, который вот по аналогичной методике, ну, со своими какими-то прибамбасами, так сказать, вовремя, своевременно оставил слух. Ну, я обычно начинаю работать с детьми 5 класса, вот примерно, когда абстрактное мышление неплохо встает, и выше, до 60 лет, пожалуйста. Вот из моих учеников, так вот, любители, кто потянулся. Ну, вот. И иногда работает со 2 класса. Если у ребенка сильная мотивация, все, у меня есть эффекты на отдельных детях со 2 и тем более 3 класса. Ну а так с 5 класса и дальше. Еще раз при условии, если мне удастся зацепиться мотивационно. Потому что есть дети, мне недоступны. Да, но... самое главное желание. Вы знаете, да. Вот, кстати, по этому поводу, у меня нет музыкального образования. Для меня это вот всегда вот такая как загадка, да, музыку люблю. Я тоже так мучился. Я да. Мучился так, пока был вот. В конце школы, в начале института. В свое время, в детстве, начальная школа, когда была, ну, там буквально там считанные занятия, я ходила. И мне казалось, что-то там показано, какие-то клавиши, какая-то скукотища, я ничего не понимаю. И зазубривать это надо. Вроде понимаю, что да, как звучат, ну, вот это вот. Ну, просто в силу того, что мы там переехали, конечно, ну, видимо, еще и мотивация, потому что можно было бы даже вот это, то, что мы в другой район города переехали, может быть, и можно было как-то решить, ну, видимо, и мотивация такой сильно не зацепила. Ага. Да, не зацепила. И потому что, а вот когда вы сейчас вот это показывали, и для меня становится понятно, потому что я вот, для меня вот, вот этот набор клавиш, я думаю, как в них можно разбираться, даже темный лес, это как вот завести... Такое было, вот как, хотя я любил оперы, симфонии, как это так все для меня было все. Но я потом попал хорошему. И думаю, это как-то вот эти надо. Но чисто пианистическое. Доучивать, запоминать. А когда вы показываете, мне уже прорисовывается картина. Закономерности, которые надо вовремя сводить. У нас время остается совсем немного, а я хочу очень важную вещь сказать. Просто я сейчас в таких эмоциях, и я попытаюсь немножко сформулировать свою мысль, надеюсь, я ее донесу. Вот у нас были предыдущие лекции. Хочу вот обратить внимание наших зрителей, кто не видел, чтобы обязательно посмотрели «Эволюция материи». И вот как эволюция материи, как наши лекции сегодняшние и предыдущие именно по музыке, хочу их соединить, объединить, связующее звено, что их объединяет. И еще,
такой момент. А наша сегодняшняя называется именно тема «Как музыка гармонизирует мир». И когда мы решали название, мы выбирали, и вы сказали, давайте оставим средства. Хотя я думала назвать главное, да, какое-то слово, что это главное, основа, главное. Я хотела выбрать это слово. Ну, думаю, ладно. Но я сейчас еще больше убедилась, то есть у меня вообще сомнения отпали, что вот как раз-таки музыка – это не просто главное, это вообще основа гармонизации. Это можно сказать... Я к этому добавлю только это одно слово. Основа будущей гармонизации, когда мы для этого созреем. Она не будущая. Послушайте, вот сейчас очень важно, я хочу сейчас просто сформулировать, правильно, донести вот эту мысль. Вот, она и есть, она была, есть и будет, и она, и есть начало. Вот теперь, а теперь такой момент. Смотрите. Казалось бы, чем связана эволюция материи, музыка, гармонизация мира? Еще такой момент я затрону духовный аспект. Затрону, что говорил Христос. Он говорил, кто такой Бог, да? Что это, кто это? Он говорил, Бог есть свет, Бог есть любовь. Правильно? И вот теперь, как это все? И я вот, когда вот это все осмысливала, да, вот эти слова, Христос говорил, что Бог есть свет, Бог есть любовь. И в то же время я всегда стараюсь подходить с научной точки зрения. И мне надо, мне недостаточно вот просто каких-то, вот так сказали, вот и поверь, и вот как-то вот... Мне надо разобраться. Цена своим ценностным аспектом. Да. Ну вот послушайте, да, я вот, и как это вот понять? Мне все нужно докопаться, мне нужно все это понять, каждый аспект. Теперь, значит, есть такая теория струн. А да. Что же такое материя, что же это вещество? И вот многие делят мир на материальный и на духовный. А как это все соединить? А материалисты говорят, что все состоит из материи, что есть только материальный мир. Но как же духовный? А я, можно прибавить? Нет, подождите, я собьюсь с мысли. Я хочу сейчас, давайте, и потом скажете. А то я с мысли собьюсь. Это мне нужно вот сейчас это все соединить. Так вот, а как же духовный, да? То есть они отрицают, что духовный мир. Ну и многие это воспринимают, что духовный – это что-то отдельное. Вот как будто вот есть один мир, а это какой-то другой мир, да? Нет, это все один и тот же мир. А теперь как это объяснить? И вот есть такая теория струн, и она мне легла, потому что она многое объясняет. И вот теперь смотрите как. Что говорит теория струн? Что все состоит, и все вещества состоят вообще изначально из какой-то вот... изначальной, да, вот, как слово забыл, ну, поймете, да? Вот, что это частица и одновременно струна. Это волна, и это струна. То есть одновременно она две характеристики в себе имеет, как частица световая, да, световой как фотон, да, и в то же время волна. И, кстати, математическая закономерность там найдена от вот этих закономерностей, которые я вам говорил. Угу. Вот и так вот. Да, и все вещества, материя состоит вот как раз из вот этого. А различия материи заключаются в том, какие волны идут. То есть с какой волной оно соединяется. Что значит тогда материя? Материя – это уплощенная, плотная энергия. И чем более плотно, тем более плотная материя. А то, каким образом оно структурируется именно волновыми, да, вибрациями, оно и создает различные качества. Вот. И поэтому все и состоит из частицы световой и частицы волновой. А теперь волна какая может быть? Волна может быть, опять-таки, которая... Электромагнитная цвета есть. Волна может быть, которая притягивает, она как тепло,
притягивает. И волна, может быть, которая как бы как резонирует, да, как бы отталкивает. И та, которая, как сказать, вот та, которая притягивает, да, то есть как магнит, да? И как магнит, который отталкивает, да? Магнитная вот эта волна. Одноименные и разноименные. Да. Вот. И получается, что все и состоит, да, то есть именно в сочетании вот этого свет, да, энергии, и та энергия, которая создает движение, а движение создает. А что такое любовь, да? Это именно вибрации на притяжение, вибрации тепла на притяжение. И вот она и есть любовь. А та, которая на отторжение, да, она может быть разрушена. Да. Но без этого тоже мир не может быть, да? Потому что нам какие-то нужны и отторжения, правильно? И даже вот вы показывали, да? Сейчас, секундочку. А, и даже вот вы показывали, да? Те эмоции, которые, те эмоции, которые вызывают положительные, радостные, восторженные, возвышенные эмоции, чувства, да, они вот определенными, да, и те, которые вызывают грусть, тревогу, вообще какое-то вот состояние паническое, какой-то ужаса, правильно? Вот, они такие низкочастотные, то есть они отталкивают. Но когда, смотрите, когда человеку грустно, когда ему, у него он испытывает эти эмоции, они играют в плюс. Почему? Потому что он сам эти эмоции испытывает, и когда он накладывает, знаете, они как бы из него выбивают их. Они из него... Особенно при развитости высших эмоций у человека. Да, они из него выбивают. А положительные они наполняют. То есть мир не может существовать без положительного и отрицательного, вот это, и тепла, как говорится, и где-то и охлаждение нужно, да, то есть вот это все. Поэтому мир гармоничен. Смотрите, звуки, да, мы здесь вот можем на любую клавишу нажать, они в том диапазоне, который наш ухо слышит, да, который мы можем воспринимать. Но есть звуки, ультразвук, да, которые мы не улавливаем, но мы можем чувствовать себя плохо, потому что эти вибрации настолько это, но наши перепонки, наши вот эти вот колбочки, которые у нас, они просто их не улавливают. Но организм, тело улавливает эти вибрации, они, ну, это же тоже звук, правильно? Просто мы его не можем услышать. Какие-то животные могут слышать, у них диапазон шире. То есть и... он за границами... Да, и за границами выше и ниже просто нашего диапазона восприятия. И культурного мышления. Вот. Также и в энергетическом уровне. Поэтому духовный мир – это тот мир, тот же самый, та же самая материя, но та, которая выходит за пределы нашего вот именно телесного ощущения восприятия. Поэтому я говорю, делить мир на материальный и духовный, это вот в корне неверно, потому что это тот же мир и есть. Просто если мы что-то не видим, оно выпадает из диапазона нашего зрения. Вот мы закрыли, если я закрыла и не вижу эту комнату, это не значит, что ее нету, этих предметов нет, да? Если я чуть-чуть там, у меня со слухом хуже, или я просто, если из этих звуков не слышу, это не значит, что их нет. Вот, и просто есть люди, которые могут немножко, имеют способности больше что-то слышать, да, что-то улавливать. И также информацию, да, на расстоянии получать, передавать, да, вот экстрасенсорные какие-то способности. Это те люди, у которых, может быть, где-то какие-то качества, диапазон расширяется. Вот и все. И никакой здесь нету фантастики или там разделения духовно-материального. И вот теперь, да, вот ваша теория эволюции, да, вот божественная суть в том, что Бог есть свет и любовь, который запустил формирование материи, которая стала формироваться в... Появились атомы, электроны, которые создают движение тоже уже дополнительно, да, изначально, вот это, они уже здесь более сложную структуру. Эти атомы
различным способом, соединяясь, образуют уже молекулы. Да, молекулы уже потом усложнились, сформировали уже сложную клеточную структуру, одноклеточную, потом уже одноклеточную. И мир всегда состоит из стремления, любовь – это соединиться, найти точки соприкосновения, из разного создать единое. Смотрите, изначально разная, казалось бы, частица и волна разная. Соединившись они вместе, да, и так пошло дальше, и усложнение. И усложняясь, создается новое. Но, смотрите, если бы просто соединились, усложнить, ну, а какое стремление, да, вот, с чего вдруг им соединяться, да? Поэтому должна быть другая составляющая. Казалось бы, негативная, но без нее никак. Та, которая пытается конкурировать, та, которая пытается, опять-таки, разрушить старость, она является стимулом для соединения. И переходя на более высокий уровень, уже даже когда создаются не просто сложные организмы, а когда из этих организмов, из животных это формируют там стадо, там стаи, да, они уже как организм становятся. Человеческие сообщества, уже племя, потом государство, да, и государство уже становится как единый организм. Когда народ сплачивается, да, и государство уже становится как единый организм. Сейчас на планетарном уровне уже идет. И уже борьба. Да. Ну, мы уже тогда не будем, но я думаю, это да. Смысл понятен. Вот. И суть в том, что развиваясь вот таким образом, и Бог развивается, потому что Он этот процесс запустил. И с помощью нас, всех, и тем более человеков, да, вот людей, от простого сложного, да, Он развивается. Но чтобы опять-таки развиваться, нужно старое, опять-таки, тоже периодически разрушать, чтобы создать еще более совершенную модель. И поэтому конкуренция нужна, потому что она стимул к развитию, стимул к улучшению. И всегда эти две составляющие будут. Вот тут я с вами поспорю. Я, позвольте, вот этот самый момент. Сейчас я договорю. Вот тут один момент, который я не согласен с вами. Подожди. Вот я считаю, что эти составляющие друг с другом, они всегда... Временно на тысячелетие, но не навсегда. Это смотря о чем говорить. Да. Я говорю вообще во всем. Я во всем во тоже всем, говорю. Да. Так вот, и... А как раз вот именно само развитие – это вот новый способ соединения, усложнения, и из простого сложнее, да. И более усовершенствованная модель. А почему я говорю, конкуренция не закончится? Потому что тогда все это остановится стагнацией. Это с вашей субъективной. Я ее пытаюсь обосновать. Почему? Потому что иначе она все становится стагнацией. Это не остановится, если мы будем гармонически развивать. Дайте я договорю, подождите. Дайте это заблуждение глубокое. Я свое мнение говорю, Константин Олегович. Договаривайте, да. Я просто показать, что я тут не согласен. Я поняла вас. Ну, я вот, я как я вижу, да? Так вот, вопрос, кто с кем будет конкурировать? Вопрос. То есть, когда, вот смотрите, когда если клетки между собой конкурировали, а потом они соединились в единый организм, они уже не должны между собой конкурировать. Снялась конкуренция. Согласен, да. Но конкуренция, значит, образуется с другими такими. Животные прошли путь плотоядный, да. Это, и пришли к семеностному, да, поведению. Человечество развивается, тысячелетия, это очень маленькие вперед, сроки. Да. Оно неизбежно придет, что мы придем к качественному уровню нашего сознания, единства гармонии и объективных ценностей. И конкуренция между людьми снимется. Вот. А конкуренции с другими человечествами не будет. Потому что на уровне высшего качества, к которому приходит живая материя, мы приходим к ценности гармонии, и эти цивилизации, которые с нами миллионы лет обогнали, поэтому с нами не воюют и не будут воевать. Потому что мы вместе с ними будем идти только в содружестве. И наша конкуренция так распространится только на гармонизацию неживой природы. Со всеми тяжелыми... Вот в таком смысле. Но уже не между собой.
Вот послушайте, вот я и говорю, когда человечество, ну это, конечно, тысячелетие еще должно пройти. А там уже миллионолетие. Да, это да. Ну рано или поздно по логике, по логике вещей, как, конечно, миллиарды там... Это уже миллиарды дальше. Миллионы лет прошло с образования вообще даже простейших организмов. Миллионы, миллиарды, миллиарды, не миллионы, миллиарды. Ну, это я вообще говорю от материала. А до этого большого взрыва вообще ничего не было. Да. И времени не было. Так вот, именно... А время, кстати, тоже. Время – это тоже волна. Она тоже, оно возникло, потому что надо знать, что было до Большого взрыва. Нелепый вопрос. До Большого взрыва ничего не было, включая время. Так вот. И вот придет, конечно, там тысячелетие пройдет, да, и к этому, что человечество станет единым организмом. Да. Ну, не вот я настаиваю, за, что за исключением будет, периода воспитания, как... за период воспитания, да, когда я дети договорю как... мысль. Но я сразу мысль. Немножко коррекцию вношу. Нет, что... я договорю свою мысль. Так вот, конкуренция по-любому там будет, будут также усложняться и животные организмы, они также будут становиться умнее. Они, то есть, ну, придут какие-то там животные, вот на нет, которые... Нет, это вы ошибаетесь. Эволюция для животного мира закончена. Все, остались все... Они только идиадаптируются к переменным условиям, так сказать. А качественного морфоза нет. Эволюция происходит только на вершине эволюционной пирамиды. Когда-то на уровне одноклеточных, потом на уровне животных, и подчеркиваю ваше внимание, не растений, а из животных получились люди. Потом, когда люди дойдут в свой круг до конца, все, у нас останется единственный на многие миллионы и миллиарды лет конкурент, выражаясь вашим языком, это суровые условия космоса, которые мы будем преодолевать и гармонизировать, о чем я говорил уже в первой лекции. Вот я тоже хотела договорить. Все равно какая-то конкуренция с животным, с природой. С природой, вот давайте так, на будущее. Стремление, опять-таки, с ней как бы гармонизироваться, но в то же время и конкуренция. Потому что, ну, по-любому, да, для нас, вот, допустим, нам холодно, да, вышли на улицу, если без одежды, да, мы где-то и пытаемся подстроиться, но это же... Ну, поэтому мы одежду создали, отопление сделали. Да, но мы в то же время пытаемся к ней подстроиться. То есть мы снимаем противоположности, которые остаются, но мы научаемся их преодолевать. Вот. Да, вот. Потом, опять-таки, как вы правильно сказали, с космосом, дальше освоение, потом у нас... И, конечно, конкуренция сама по себе, как такова, она снимается... на определенном этапе сниматься, но возникает новая какая-то, да, то есть чем-то по-любому. Вот с той же самой природой, да, мы все равно с ней постоянно конкурируем. И мы, с одной стороны, и конкурируем, это нас стимулирует, и тоже стимулирует нас не идти против нее, а надо... Но даже борьба с природой не является бесконечной. Уже в районах миллионов и миллиардов лет мы возьмем верх и гармонизируем всю Вселенную, о чем я говорил в первой лекции, говоря об энергии и антиэнергии. Но суть в том, что сейчас, да? А понятно, сейчас пока да, принципе, пока да. Сам принцип, то, что мы, с одной стороны, с природой конкурируем, потому что... Еще долго будем конкурировать? Конечно. Где-то мы ее пытаемся обуздать. Ну, где-то она воспитывается. Конечно. Ну, а где-то нам все равно приходится под нее подстраиваться. Потому что мы не можем изменить погоду, значит, что мы подстраиваемся. Дождь идет, мы что, мы зонт возьмем? Ну, мы, конечно, пытаемся повлиять, иногда там уже доходит... И масштаб нашего влияния растет. Масштаб нашего влияния растет. Да, масштаб нашего влияния растет. Но все равно, то есть это всегда процесс, и процесс и сближения, и конкуренции. Они друг друга дополняют, и друг друга заставляют, стимулируют и развиваться. Так вот, и божественное, и духовное, и материальное, это все едино. Вот к такому выводу я прихожу. И я могу сказать, что сегодняшняя вот эта вот и предыдущая ваша лекция, которая про теорию живой неживой материи, про эволюцию, мне так она легла, если понятно, потому что к этому я приходила, только вы это более углубленно, да, я еще для себя доказательство этому. И вот то, что я к какому выводу уже достаточно давно, в принципе, пришла, и чем дальше, я только больше убеждаюсь вот в своей вот это вот то, что я сейчас все обобщила, объединила, потому что задавалась вопросом, что такое Бог есть свет и любовь.
материальный, духовный мир, ну, как я уже все это перечислила, вот это вот, как это мне все смыть? Мне же все до всего докопаться надо. Ну, мне же заняться нечем, я вот как-то копаюсь, да? Вот. И сегодняшняя ваша лекция, и когда вот на практике еще вот эти вот моменты показали, ну, тут это вообще просто вот так, только меня укрепило в моей так теории, да, потому что, ну, где-то какие-то, вот я говорю, теория струн, тут вот это, а это вот я все обобщила, и для меня картина, в принципе, ясна. Разрешите, я буквально одну фразу еще к этому добавлю, совершенно коротко, что как раз суть работы нервной системы нашей с нашим дипольным восприятием мира предполагает открытие ценности гармонии. А открытие ценности гармонии непроизвольно становится целью нашей эволюции. И то есть эволюция остановится, вот не пугайтесь этого слова, тогда, когда мы все достигнем этой гармонии, и тогда противоречивый филогенез, а он не может быть непротиворечивым, иначе развития нет, сменится непротиворечивым онтогенезом. Когда человек, достигнув высших, так сказать, и эмоциональных ценностей, и рациональных знаний, сумеет гармонизировать, это масштаб уже миллиардов лет, гармонизирует не только наш социум, не только нашу биосферу, но и нашу Вселенную, и еще, как я раньше утверждал, систему вселенных-антивселенных. Вот, и как только мы достигнем этой цели, вот еще раз, ключевая мысль моей философии, очень отдаленная, я понимаю, многие могут тахнуть от перспектив, но это не противоречивый филогенез сменится непротиворечивым культурным антогенезом. Когда это противоречие будет только в процессе воспитания повторяться. Вот как мы в животе матери проходим все биологические стадии, также при воспитании мы будем проходить вот этот раздрай противоположности, которые в культурном обществе будут к зрелому возрасту сниматься. И человечество будет совершенно единым. Полной гармонии мы достигнем в отношениях между людьми. И никакой конкуренции между людьми через несколько десятков тысяч лет, все, она исчезнет, уйдет в прошлое. А вот борьба с этими условиями, она будет всегда продолжаться, будет актуальна, потому что до гармонии мы не доведем, мы все время будем встречаться с суровыми условиями. Тут я полностью согласен. И поэтому героическое мышление изживется в отношении людей друг с другом, потому что нам не надо будет применять насилие, кроме педагогического воздействия на ранних этапах, где надо иногда нажать. Ну, по крайней мере, принуждение, требовательность предъявлять. Вот. А вот в борьбе с условиями космоса суровыми, мы навсегда обречены, я тут с вами полностью согласен, на героическое мышление. Люди будут, овладевая новыми какими-то, так сказать, вот, областями, всегда идти на риски, и это уже не снимаемо. Вот тут я полностью с вами согласен. Вот опять-таки, да. Какой самый главный фактор стремления друг к другу объединения, да? Высшее развитие дипольности нашего мышления, ценность гармонии, которая выходит как потенциал заданной биологической эволюции дипольности эмоционального мышления. При полном его развитии мы получаем ценность гармонии. И отдельным людям, ну, великим художникам во всех родах искусств, это открывалось. Кому-то осознанно, кто философствующий был художник, кому-то неосознанно. Но в этом и состоит ценность гениального творчества художественного. То есть человек вдруг видит у него угол зрения зрячего человека. И поэтому он, отражая в художественном произведении наши конфликты, показывает, как на них смотреть сверху. Это вот смысл художественного произведения. Уровень там Достоевского, Толстого, Моцарта, Рафаэля. По всем родам искусства. Ну, Константин Олегович, резюмируя вот это все, хочу сказать, да, вот главная цель создателя, как раз-таки вот именно... Цель эволюции, я бы так сказал. Я атеист. Так сказать, я уважаю очень религию, очень уважаю, она ценна, но она, так сказать, не дает рационального объяснения. Я не с религиозной точки зрения сейчас. То есть для меня Бог – это прекрасная, так сказать, метафора. И я еще раз повторяю, уважаю дико все религии, которые в условиях тяжелейших идеологических... Константин Олегович, мы с вами договорились. Да. Духовное, материальное – это одно. Да. Мы не делим. Делим в том смысле, потому что эволюция сначала идет материальная чисто. 10 миллиардов лет была эволюция неживой материи. Потом появилось сознание. Сознание сначала клеточек, потом животных. И духовность, собственно, появилась с момента возникновения человека. Духовность нашего восприятия. Да, когда человеку оказалась дана биологическая эволюция, дипольность эмоционального восприятия, и мы стали прекрасно видеть, в отличие от нижних животных. Это в том диапазоне, в котором мы воспринимаем эту сейчас, духовность. Сейчас, да. А этот диапазон...
Но наше, это не значит, что это наше сознание будет... имеет качественный предел, который четко выражается в высших, так сказать, ценностях, ценность гармонии и в диалектическом осмыслении всего мира, на принципах саморазвития, на трех законах диалектики. Как только мы это все совмещаем, мы получаем полную картину развития бытия. В частности, мы будем всегда влезать сколько угодно, потому что с какой-то изучением новых областей, так сказать, там, мира, мы будем в частности отразить все невозможные, они бесконечны. А общее понимание у нас сформируется в ближайшее время уже среди ученых, а через полное количество тысячелетий, так сказать, это будет воспроизводиться во всех людях. И социальная эволюция изживется. Так же, как изжилась биологическая эволюция на вершине эволюционной пирамиды, так же, как изжилась биохимическая, биологическая, так же живется социальная. Мы находимся сейчас в середине. Константин Олегович. Да. Я, давайте вот на... можно на разном языке говорить? Конечно, да. Вот я хочу сказать, на языке... Духом. Да. Христос говорил, Бог есть свет и любовь. Это материальная вещь. Это вещь мессиологическая. Нет, подождите. Да. Свет – это материальная вещь? Это материальная вещь. И если нет человека, это будет просто обыкновенный электромагнитный поле. А для нас звук, это свет. Звук – это материальная вещь? Это колебания, результат колебания, да. Но это из материального мира. А нас мозг... Не, но да, это же материальный но, мир. Так же, как цвет. А вот я вас спрошу, а цвет, это мы, ваше мнение, цвет, это материальная вещь? А это отражение? Нет, цвет – это никакое не отражение. Цвет – это работа нашего мозга, которая длину волны переводит в цветовые ощущения. Вот. В реальности цветовых ощущений нету. Да, цвет будет, да. То есть наше сознание создает эти образы и их идеалы. Ну так это же из материального мира. Да, которое переосмысливается нами эмоцией и дает идеал. Бог есть свет и любовь. Ага. Я уже сказала, да. Что это. Любовь и свет есть идеал нашего Бога. Создает электромагнитное, да, либо притяжение, либо отторжение, правильно? Нет, волна, она только расходится всегда. Волны только расходятся. Это силы электромагнитные могут притягиваться, а сама волна, она только расходящаяся. Это следующий процесс, когда да, происходит. Да. То есть нету волн, которые исходят. Почему? Они только из разных источников оно не, могут сходиться. Магнитное, электромагнитное поле не может быть без материи. То есть уже, когда так, это и есть материя? Нет, когда нет вещества, электромагнитные волны уже были тогда, когда еще не было вещества. Электромагнитные первично. Из электромагнитных волн возникли, так сказать, уже фермионы, то есть частицы материальные. Вот, но он формирует. То есть я к чему веду? Сначала эволюционирует не живой мир, потом эволюционирует живой мир. А живой мир приходит к своему высшему качеству. И вот, кстати, музыка и та же как наука составляют две части. Когда они объединятся, все, да, мы сразу пойдем к новому этапу, который будет поэтапной гармонизацией мира. Сначала мы гармонизируем социум, потом гармонизируем биосферу, а потом выйдем на более длительную гармонизацию неживой материи. Константин Олегович, нам нужно завершать. Я хочу резюмировать. Резюмируйте, я все с вами. Я в роли ведущей, возьму на себя вот такое право. Все. Так вот, значит, хочу повторить, Бог есть свет и любовь. Свет и любовь – это тоже к материальному миру и в то же время духовно. Вот, это изначально. Да? Волна создает электромагнитные, опять-таки, это любовь. Да? То есть... Бог есть любовь. То есть любовь – это притяжение, да? Это та энергия, которая создает вот это притяжение. Ну и в некоторых случаях это, естественно, отторжение, да? И здесь уже негативно. Но это вот как раз амплитуда, да? Там можно углубляться. Так вот, цель основная – это гармонизация. Да. Гармонизация. Железно. Так вот, цель нашего всего этого, да, и... гармонизация на преодоление. Создателя нашего. Неважно, создатель это абстрактный или это конкретный. Да. Я сейчас говорю в общем. Давайте примирим всех. Примирим всех. Наша задача гармонизировать всех. И материалистов гармонизировать и примирить вместе теологами, да, идеалистами, там, и вот, которые больше на духовный, да, аспект. Вот. Наша задача всех гармонизировать и этот конфликт разрешить.
Вот, и с помощью музыки, которая есть именно волна, это, как может, любовь, и свет, и отражение, вот это все. Вот, из чего все состоит. Так вот, цель создателя, с одной стороны, усложнять, создавать более сложные, совершенные формы, структуры, объединения, и тем самым весь мир, да, и он сам, и, как говорится, у Бога нет других рук, кроме наших, да, и вот это вот, и вот эти вот две вещи, они как раз и создают, и, а цель Бога все гармонизировать, но при этом всегда усложняться, а для усложнения нужно, нужна конкуренция. И поэтому, мы примеряем, и даже конкуренция, что она тоже положительный момент, мы находим в этом, что это тоже положительно. А уже снимая конкуренцию в обществе, между людьми, да, мы будем все усложнять. Как говорится, мы проблемы себе все равно найдем, которые надо решить. А решая их, мы усложняемся и совершенствуем. Вот на этом оптимистичной ноте надо заканчивать нашу беседу. Ну, дорогие зрители, всем спасибо. Все, мы с вами прощаемся. Надеюсь, ненадолго.